цирковой компании. Цирковой коллектив входит в творческую организацию «Росгосцирк», которая объединяет более 40 цирковых предприятий по всей стране и осуществляет внутрироссийскую и зарубежную гастрольную деятельность. Конный ансамбль под руководством Раисы Шаниной получил международное признание, став обладателем авторитетной профессиональной награды «Серебряный клоун» на международном фестивале циркового искусства в Варшаве. Коллектив представит вам свои лучшие номера, получившие признание и полюбившиеся зрителям во многих странах мира. Итак, встречайте!
Дорогие друзья, давайте поблагодарим прекрасных артистов за это красочное представление. В программе принимали участие Аида Гаджимирзаева, Вадим Колодочкин, Екатерина и Дмитрий Колодочкины. Обладатель награды «Серебряный клоун» на международном фестивале циркового искусства в Варшаве. Конно-акробатический ансамбль «Каскад» под руководством Раисы Шаниной в составе Василия Шанина, Инги Бессоновой и Надежды Скобинской. Спасибо, до новых встреч!